Привет! Сегодня мы будем вязать тесьму или шнур сердечки. Для этого нам потребуется моточек пряжи и крючок. У меня это номер 2. Берем ниточку. И с помощью перекрута делаем узелочек. Затягиваем его. И теперь делаем 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Делаем накид и в первую воздушную петлю засовываем крючок, захватываем нить и вытягиваем ее. Это называется натяжка. Повторяем. Накид и натягиваем. Вторая натяжка. Делаем третью натяжку. Четвертую. Пятую. И шестую. Теперь будем протягивать нить через 2 петли. Делаем накид и продеваем нить через 2 петли. Продели. Теперь через 3 петли. И до конца будем продевать через 3 петли. Аккуратно, не спеша, продолжаем. У нас на крючке осталось 2 петли. Мы достаем крючок, переворачиваем наше вязание, вставляем крючок снова и повторяем действие. Делаем накид. И в первую воздушную петлю делаем натяжки, тоже 6 штук. В эту дырочку, которая образовалась от первой воздушной петли, мы делаем натяжки. Продеваем также через 2 петли. Теперь через 3, так как у нас образовалась дополнительная петля. И до конца мы продеваем через 3 петли. Вот так. Теперь у нас на крючке осталось 3 петли. Мы их провязываем. Все, наше сердечко готово. Вот что у нас получилось. Оно выглядит красиво и с одной стороны, и с другой. Давайте свяжем еще одну. Также сделаем 4 воздушные петли. 4. Делаем накид и в первую воздушную петлю делаем натяжки. У нас 6 натяжек. Продеваем через 2. Через 3. Через 3. Ну и так до конца. Через 3 петли. На крючке у нас 2 петельки. Снимаем крючок, переворачиваем вязание. Продеваем крючок снова, делаем накид, делаем наши натяжки, 6 штук. И обратите внимание, когда вы делаете натяжки, с каждым разом нить натягивать сложнее. Так и должно быть. То есть первая натяжка у вас будет самая длинная, а шестая натяжка самая короткая.
продеваем через 2 петельки, теперь через 3, и так делаем до конца. Все, 3 петли осталось у нас на крючке, мы их провязываем. И вот у нас получилось второе сердечко. Итак, нитки, которые я использовала для вязания, флокс 4 моточка в упаковочке. Я их покупала в фикс прайсе за 77 рублей. А сейчас я вам покажу, как выглядит шнурок из сердечек из белой хлопковой нитки. Так как она немного толще, я использовала крючок 2,5. Этой тесьмой я украшала подвеску сердца, которую вы видите на экране. Ссылка на мастер-класс будет в описании. Напишите в комментариях, для чего вы используете тесьму. Спасибо за просмотр. Пока-пока.